Обновляю пластик. Это защита рук мотоциклетная. Была она вот такая. Временем потрепанная. Посерела, побелела. Сейчас я ее немного вот так вот обновил, восстановил. В идеале, конечно, бы ее покрасить, было бы еще ровнее. Но так как это эндуромотоцикл и какие-то ветки, падения, краска будет облупаться, царапаться. Как я это сделал? Берем горелку вот такого типа, ну или какую-то подобную. И как бы обжигаем пластик. И он на глазах чернеет. Но не переборщите с обжиганием, а то совсем подождется. На одном месте долго не держите. Также можно обновлять и автомобильные бампера, если они побелели от времени или от каких-то реагентов. Также, я думаю, если пластик мотоциклетный, который можно также обжечь, и он примет более презентабельный вид. Бахнул наклеечку, вид стал еще интересней. Красота! Пульт вот тоже белый. Попробую сейчас его освежить. Главное, чтобы вот эти белые пиктограммы не подгорели. Нет, это пластик. Из другого состава не поддается такой штуке. Это более хрупкий. Не получилось.